Прилавки рынка в Шымкенте заполнены арбузами и дынями. Продавцы говорят, полосатые ягоды созрели в Туркестанской области. Дыни жетусайские. Их продают от 200 до 400 тенге за килограмм. Арбузы с полей Шырдаинского района стоят 160 тенге за кило. Бойкой торговлю пока назвать сложно. Жители Шымкента все-таки опасаются покупать арбузы так рано. Боятся, что они напичканы нитратами. Побаиваемся. Побаиваетесь? Ну, уже купили сегодня. Да? Будете пробовать? Будем пробовать. На свой страх и риск? Да. Ну, уже говорят, что хорошие. Кушали арбуз? Кушали арбуз. Вкусный был? Очень. Выбирая арбуз, нужно обратить внимание на то, чтобы на кожуре не было повреждений, трещин и проколов. Обязательное условие – арбузы не должны храниться на земле. Выбор арбуза – это всегда целый ритуал. Все ходят вокруг них, стучат по ним, прикладывают к ушам, как будто пытаются услышать океан. Но даже самый опытный выбиральщик иногда ошибается и может принести домой арбуз-предатель, зеленый и невкусный. Продавцы говорят, если постучать по арбузу, спелый ответит звонким эхом. А если ответ глухой, плод недостаточно сочный. У спелого арбуза темно-зеленая плотная кожура и непременное желтое пятно. Чем оно ярче, тем лучше. Пятно – это место, которым арбуз лежал на бахче. Если солнца арбузу не хватило, оно остается бледным и белесым. Сейчас сезон арбузов. Эти красивые арбузы из Шардаринского района. Они все ярко-зеленые, а значит спелые и вкусные. На некоторых есть такие желтые пятна. Это значит, если солнце было в достатке, и арбуз точно красный. Санврачи Шымкента говорят, в этом году жалоб на отравление арбузами или дынями к ним не поступало. Содержание нитратов в арбузе не должно превышать 160 миллиграмм на килограмм ягоды. Правда, определить это без специального устройства невозможно. Специалисты напоминают, избыток нитратов может привести к отравлению. Они способствуют развитию патогенной кишечной микрофлоры, которая выделяет в организм человека токсины. При этом разрезанные арбузы и те, из которых вырезан кусок для демонстрации ярко-красного, мякоти лучше не покупать. С ножом в арбуз заносят микробы, и он начинает портиться. Если такой арбуз полдня постоит на солнце, им можно отравиться. Анастасия Новикова, Дворнабдиев, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Утрар».